раньше можно было поддерживать этого элементаля почти. Ну, там тогда он у тебя пропадает, и у тебя два стака висит уже на тебе. Угу. Витя, кинешь обмен тут. Ну ты ответом скинешь. А рецепт нельзя. Можно было бы распилил, да? Он поэтому его на роллы кинул. Там тапки, штаны разрули. Как лечить майнеры, блять, помогите нахуй, это пизда. Майнеры, блять. Я не помогу. Нахуй. А где ты его хапанул вообще? Да, блять, скорее всего, активатор винды, нахуй, я ебал, после него началась эта хуйня. Активатор винды, что? Ты скачай доктор веб. А я скачал, он нашел два файла, я посмотрел по форуму, короче, полистал, что, блять, это очень хуевые майнеры, типа, блять, с перестановкой винды и со сменой накопителя даже на новый, блять, он все равно, блять, остается. Короче, не хуй, блять, активаторы винды скачивать с одной стороны. А чё ты за активатор? Да это КМС авто, что ли? Хуйню? КМС авто, да. Не-не-не-не, другой. Ну, а нахуй я другой? Хотел роль. Франкули закинь. Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. Блять, кто-то друиды все делись нахуй. Друид. Ноги просили. Когда-то я был одним друидом в рейде, теперь когда еще. Это я друид нахуй. Где ты там, Ваня? Я без клетки. А это мне закинь. Закинь, да, шалферу. Слава, а где твой зозик? Вы ебёте, блядь, вдвоём. Ну, что-то, блядь, друг друга. У нас тут бут-система. Так ты не только мне, Илюха, да, в ПМ писал, и откинь ровно ноги тканевые, нахуй? Это последний кусок. Я за ними уже, которые КД хожу. Да, нужен рейд ДПС посмотреть, нахуй. Вот сейчас будет ГМХМ, по идее, после этого даже, да? Да хули мне Моник, я последний раз на Монике, блядь, палом ДПС замерял это нахуй, когда, блядь, Т4 собрал. Ну, и всё, блядь. Вот сейчас не, ну разница где-то 3-4К. Я хочу ДПС и Лема в рейде почекать. Сияние. Надо вверх вниз подбить. Сколько там боссов осталось? 3. Последний сколок выпал? Нет? Видел Клава. Клаве, да. Чё, всё мы... А, точно, да, всё. Куда ты пошёлся? Оболевшийся. И налево по лестнице. Там кистевое. Слава, ты рад? Нет. Ну еще Ваня рад, нет? Надо еще шлем и в ханах. А, я понял. Охуел! А еще залупу наворотить, нахуй, не? Да еще ты пять ночи еще делает шлем. А еще мне предохранитель, нахуй, на все спеки. Пять когтей Лара, катриси в жопу. Понял. Тогда я буду счастлив.
если не катрись в жопу? Райан, уже не будешь? Слава, где твой Зози с клетко-хранителем, а? Ты что там, вспомнил игру, когда это... Сыграем кто какой актер, типа... Ну, короче, этот... Кто он, блядь, Катрисия? Таблетки. Катрисия, короче, этот... Сука, кто же нахуй? Шон Коннери, нахуй. Шон Коннери, нахуй. МВП Хант, короче, скала Дуэйн Джонсон, нахуй. А может, нахуй Райан Гослинг? Не знаю. Нахуй этот Гослинг. Или какой-нибудь Мэтью Перри. Гузлик. Джонни Депп. Джонни Депп это Седжу, нахуй. Челси, все равно никому, кроме Гослинга тебя... Гослинга не трогайте, нахуй. Не надо. Райан Гослинг. Лутера дай ебаный в рот. И другие. И другие, да? Блять, просто. Райан Гослинг. Хорош, блядь. Или не драйв. И просто так Войд, Войд будет Клуни, короче. Клуни. Клуни. Джордж Клоун, блять. Не Клуни, а Клоуни, блять. Джордж Куни, нахуй. Джордж Клоуни, блять. Джордж Куни, блять. Куни он будет. Куни мэн ебучий. Куни он. Блять. Язычник. Негры, негры. А по стенке обойди. Негры, негры? Какие негры? Осуждаю. Негры? А есть негры в чате? Я знаю, что есть. Он так сказал. Сейчас коляску, блядь, разберу. Почему ты на себя принял? Подожди. Негров, блядь, не трогай, нахуй. Они тоже люди. Они в душе белые. А почему я не на себя, а я про черный, про всю черную нацию. Ладно, блядь, про заканчивай. Правильно, Вилани, нахуй. Так их, блядь. Ебашек, блядь. Белые уёбки, блядь. Какая-то, блядь, черная риторика пошла, я хуй его знаю. Ебать, чё ты вообще, нахуй. Черная риторика, блядь. Черная доминация подъехала, блядь. У кого там горка это есть? Есть джипса, поставил ты джипса. Черный в первую очередь. Горку. Навязок все же. Чертова немедленно отправить в отставку, нахуй. Шахта черная. Почему горка? Почему никто не сказал, черные копатели есть? Диггер онлайн, получается, какой-то. Я шипы. Шипы, это крести, череп. Деградант онлайн. Две соберешь. Или так, или так. Или так, или никак. Смотри, это... Это Дизель сказал. Заебыч, с таким пиздежом, блядь, тебе не только там торпеды пролетать будут, нахуй. Ты кому, нахуй, базаришь? Ёбаный, нихуя. А что еще? Ты чё, ты на угрозы, кого? Угрозы пошли. Ты на кого базаришь, алло, нахуй? Я имею в виду, блядь, если ты будешь черных оскорблять, смотри там, блядь. А хули их оскорблять, блядь? Это проблема уже. Да? Тебе надо, блядь, сказать, хули их оскорбляешь. Хули ты их оскорбляешь, блядь. Хули их там оскорблять, реально, они к оскорблению. Давай начнем с того, что я никого не оскорблял. Я просто спросил, есть негры в чате, нахуй. Там уже Глеб продолжил, блядь. Там, ну я какого хуя, блядь. Здесь расизм, нахуй. Вот он, как дела? Знаешь, кто нахуй вообще вот полностью хуй на расизм нахуй клал, блядь? Это вот нахуй вот люди за 50 нахуй, за 60 нахуй. Такие расскажешь, вот... блядь, расскажешь. Мне не рассказывай такое. У меня просто как бы тетка такая, говорит, вот нет, ты не говоришь. И там про чурок она такая, а что такого сказала? Чурка она и есть чурка нахуй. Не, ну там раз на раз, блядь, типа не приходит. Ну, чурка это вроде как полено, типа, блядь, и когда стали использовать выражение, ну, кусок полена, когда стали использовать, типа, имелось в виду, что, типа, тупой, как чурка, типа, ну, как по дереву стучишь, так тук-тук. Полено, приверженцы. Полено, блядь. Нереально. Ну, окей, окей. Не, они сами объясняли. Чурки? Ну, в смысле, не чурки, блядь. Деревья, нахуй, полено. А, полено без... представители... Под грибами сделай, блядь, в лесу, нахуй. Я больше не могу есть... Представители другой национальности, мне объясняют. Я больше не могу есть грибы, я вчера им обещал, да, вот эту вот тему, блядь. Чё с килами? Блядь, сука, красная бить, нахуй, заебали, блядь. Кто там холик есть, ну, это, холи пал. Чё? И рейтер пал в одном спеке. Есть.
проверяли, типа, холишь мод на ретрика. И что там будет? Не понял, так что лужа больше дамажит. Лёха, забей. У тебя лужа от хосты дамажит. Так, блядь, холики в хосту нахуй и вбиваются. Холики в интеллект вбиваются. Ну, в хосту тоже так. В хосту тоже, блядь. 1200 хосты. Спокойно. Бля, вы мне дали идею, я ща один. Отведи, Рарник, отведи оттуда босса, блядь. Они отлетят от взрыва моба, блядь. Прямо к боссу отлетят. Кстати, я что подумал, может на Элеме на Туре есть смысл? Лутера Юлия дай. Может на Элеме на Туре есть смысл собрать 1200 хосты? Катрисия, блядь, смотри на Катрисию, блядь. А кто себя въебал, Витя? Групповую поставил. Что это такое, Витюш? Групповуха? Его въебал кто-то. Кто тебе въебал? Холи пало, подумайте. Проверьте. Я сейчас одену некру плюс стэку, как его карту на ретрика, ебать, потыщу. Ну если 30к давать не буду, нахуй одену, блядь, потыщу. Элти, забирай другую руду. Опа, майнер закрыл диспетчер задач, понимаю, неплохо. Если чё, когда ты открываешь диспетчер задач... Ебать, тупой, блядь, походу. Он сразу же прячется. Он прячется, да, он диспетчер задач, да, он не показывает эту хуйню, так что... Как только ты... Мы же резнули, а, ёбаный урод. Как только ты закроешь диспетчер, он у тебя обратно откроется, нахуй. Не, я просто услышал, что вентиляторы загудели через наушники, блядь, настолько громко оно гудит, нахуй. Ну чё, фрики, зачем вам бурное дело, если вы не танк? Вот почему тебе компьютер продали, нахуй. Ну я тоже, я переустановкой винды только избавился. Может... Есть такие майнеры, которые даже винда, перестановка винды не поможет, нахуй. А что делать-то, ебать? Что, компьютер выкинь продавать? Комп, да, в окно. Нет, почему? Жечь. Просто меняешь себе винчестер или что там, SSD-шку. Некоторым даже смена носителя не помогает. Хуй знает, ни разу такое не ловил. А чё он, блядь, у тебя? И полностью сносишь все с диска, который нам вообще не должен остаться. Слушайте, а как вы вообще поняли, что у тебя этот майнер? Дайте рыбу. А он грузит, короче. Короче, бьем в гере, блядь. Алло, милики, блядь, не дамажим, нахуй. Стоим чилим под боссом. Сейчас, дайте добежать до вас. Ну, шкаф есть, зачем до нас бежать? Не, майнеры это ебанутая тема, нахуй. И РДД, там, дайте рарнику агрона брать. Вообще, этот самый, подожди. У кого там, и ваш аспект не слушаю. Больше агро будет. Агро больше. Да. Рарник обосрется агро там набирать. Давай рарник в этого. Ну а поманивай. Давай в ретрика. Тебе сейчас йога не танчить. Так а чё? На Бали просто помани сядешь. Она как раз в Бладе была. Я хотел почекать Блада. Ёбаный ваш рот нахуй. Да потом почекаем в других инстах. Пускай Юля сейчас танчит. И в комнату тем более надо будет идти рарнику. Дамажить щупальца. То игра получше будет. Плюс она все это уже делала. Что там, пристав баф, блять, это лапки, нахуй, каски, прочее ебалабули. Инта. Каски я бафал. Я кулаки. Короче, MP5. Бафал. Сервис на лечение, ебаный в рот. Не бьем, напоминаю, не уешь. Игра зависла. Стоим, чилим под бот. Ретрики вообще не бьют теперь. Да, чили, я все равно убьем без тебя. Пойду под боссу стану. Ну почему? Это... Они могут бить. Не надо. Третья, четвертая и хилы стоит. Там только экзорцизмом, если нахуй. Не-не-не, удар воина света. Ну нахуя? Просто стоишь же, лечишь и все. Ну автоп так и нахуй. Я диспетчер закрылся. Потом побьем, когда уже голема убьем. Сейчас не надо. МПС уже. Алло, РДД, блядь, ебаный в рот. Крест, там еще рот. Собираться ему 2.5 минуты, вы уже 15% снесли. Лучше обратите внимание на то, как стрела летает и как метка красная вешается над головой. Ее надо вынести с рейда. Красную это метку. Мне кажется, они Везекса, блядь, ебнут раньше, чем он соберется, нахуй. Напомню, вот где стоит шкаф, в ту сторону отбегает красная метка. От сокрушения вы отбегаете не назад, а право или лево. Чтобы вы не пересекались с крестиком. Есть подозрение, что маскируем.
крест на ком? Я вижу, что он отлетает по КД. Крест на Ляночке. Масфир, ты в Дисе? Ты типа вправо-влево, блядь, отбежи. Масфир. Слишком. Да, в Дисе, в Дисе. Давай, давай. Не надо ни щитовать, ничего делать здесь. Видишь, дамага нет по рейду. Ты смотри на тактику. Не кастуй, кнопки никакие не жми, смотри, что делать, потому что это в первую очередь надо разбираться. Вот ты стоишь, видишь, стрела летит, вот, и забежал обратно. И вне лужи, вне этой черной лужи не кастуй, потому что в ней кастуешь, когда... В принципе, хила можно и без нее. Ну, там снижаются затраты маны. Мана не ресается от слова совсем. Мана не ресается, да. Ни инра, ничего не действует. Инер если действует. Ты балдей, то ресаешь. Действует под диваном. Ну нихуя себе. Я не знаю, юзали это или нет. Может быть когда-то, но вообще. 45 секунд еще, блядь, до сбора. Они уже 45% ебаны в рот. Смотрите. Да вон, видишь, захиливает метка нормально. Масфир, привет. Когда крестик ставится скоро на тебя, рядом, скоро будет. Надо выйти с рейда далеко. А Цапли просто отбежал в сторону и вернулся в черную лужу. Пока сообразим. Ставьте обратно звезду. 8 секунд, 7, 6, 5. Сейчас соберется. И дайте Юле Агрона брать, он так же само не таунтится. Саранитовый враг. Так, сейчас она на нем Агрона берет. Все, теперь лужи можно, все можно, только агро главное не сорвите. 30 тысяч агро есть, в принципе. И отбегайте лучше еще, потому что сейчас на рейде увеличивается дамаг от тьмы. Элементально стакивает. Это крест, его назад надо вынести. Крест назад, а не влево. Но он хилится, алё. Ну ты чё, он не понимает. Так, сейчас на замену пойдут все, кто не шарят нихуя. Никого я там в ком не уверен. Плюсуйте замена, заходите. А кого надо? Ну, да кто хочешь. Ну, Миллер, да, да. Так. Заходил, Павел, мы потестишь. Ну, каталог, кстати, был в прошлый раз. Не, мне не понравилось. Сейчас понаберем замену, нормально будет. Что на Алгалоне страдать неохота, на йоге тоже. Так, ты ретриком, да? Не, ну давай. Нам подготовим. Да, без разницы. Или там ничего не надо. Такс. Так, не еврей, сейчас подожди пока. Тех, кого на замену кинули, присоедините после того, как ульта кончится. Вы можете, если не надо квесты никакие делать, можете тут посидеть. Два босса пока ебанем. Потом все равно плюсовать надо будет на ИП. Домой меч. Если надо куда-то, сейчас можете выйти с рейда. Так, значит, сейчас первую и вторую пати раскидаем, кто пойдет в комнату.
Так. Тряси сверху, что ли, оставим? Давай оставим сверху. Так, Юля танчит. Дун Транквила. Призон спек неси у этого. В хила. Так, теперь ЛВП Хант. ДКшники со второй пати. Кто с вас в комнате не был? Так, давай сюда хихнем. Место так и зовут. Так, место Кирсори. Давай нам Лингрена в первую пати нахуй. Пати розовых будет. В натуре. Ну, в принципе, можно. Щупальца заебись будет. Шелфир будет сверху щупальцами командовать. Ну и вот, в принципе, так. Это я тут клейтером командую. Я тоже буду, кстати, там. Так, Вика Сифилис, тебе ассист. Ты кружок, твоя пачка вторая направо идет. У вас 4 ДКшника и с вами РДРУ идет. Вот у нас Сфир стелси в портал. Вот. Первая пати слева, вторая справа. Так, вот. Че там? Из инста выходить будем? Кого свечи? На Сфир портал. Вот. Да, именно. Сзади тебя портал. Сзади. В белой вот. Такой футболке, да, Витя? Да. Так, все, надо тесумонить людей. Шкаф есть? Бля, еще же символы надо поменять. Отойдите от комнаты назад за двери. Да, не надо там символы. Так, мы согрим. Так, значит, кто там? Хулидинг, твою пачку налево ведешь, ты звезда. Вот. Сифилис направо свой ведет. Это в порталах. Ну, соответственно, первая пати, как обычно, левые 5 порталов. Правая пати, правые 5 порталов. Также в комнате. Первая пати налево идет по кругу, вторая направо по кругу. Вот, снаружи мы с Шелфиром там будем. Юля, все оставшиеся. Катриси остался. Только Катриси, ты где? Вылетел? Ну, не помню, вылетел он или нет. Замену кинул. Грозовый гриня. Сейчас этого не еврея возьму. Леха, плечо надо с этого, руки нон-сет. А где шкаф? Че он исчез? А у меня меткости не хватит. Хватит, там все. Я могу потом показать на это. Как без колбы собирать. У тебя же плечи тоже с меткостью идут, вроде. Так вот, мне и не хватает. Мне тыкните в эту хуйню, нахуй, Симон. Там плечи хаст. Не, нечего брать. Тут вот рыба. Ну, если только боты апокалы. Ну, боты у меня тоже скорость. И пояс с ловкостью надо. С чаркой на хост. Ну, есть такой. Только с чаркой на АП-160. Ну, вот чарку на хосту споймать вообще будет пиздато. Почти как тренька дает. Там пристробав обновите по всем. Притон тут. Притон. Все, погнали. Квадрате стоим эту. Так, что там лужа? Между этими лужами пройдем сейчас. Лужи задевать нельзя. Вот здесь вот. Лужи не задевайте. Вот тут в квадрате стоим. Ну вы стойте, а мы в центре поставим. Смотрите, там при смерти мобы взрываются, урон наносится. Вообще. Охуею, да? Косты там по возможности сбивайте. Выше, не надо. Чуть назад от лужи сделайте шаг. Че
Чего ты? Мог бы быстрее выходить, если уже не хотел. Ну да. Ну это используется, когда плюс, когда плюс 0 делают. Чтобы больше времени выиграть, дебирсы. А ты сколько хранителей? 3. Не, на нас уже идет. Нахуя? Двигаемся, двигаемся. Надо было одного. Торима хватило бы. Двигаемся. Еще пару мобов. Че, ну это ты еще два. Лингрен, Лингрен. Там диспель. Последний. Быстрее его дергните. Обычно не вылез. Отбегайте. Щупальца бьем. Большое милики не бьем. Удушающее. Разбейте звездочку в нем. РТДшники... Даже не хилят, блять, не разбивают. Я смотрю, похуй. Не очкуй. Ты его сам можешь бить, кстати говоря. Когда в нем висишь. Черепка отходим. Удушающее бьет. Красный луч, сбегите, вместе бегайте. Под зеленый не попадает. Сейчас появится, короче, щупальца. 10 секунд до портала. Все, идите, вставайте вокруг босса. Первая патия слева, вторая справа. Давай, рарник, блядь, черепок кончился. Мышление, пошли, сбегаемся. Где-то. Красными лучами бегите. Так, где щупальца, пока не видать. А тебе в комнату, да? Ну зайдешь. Тыкай, тыкай, тыкай. Заходи, заходи, чё ты стоишь? Все, бейте там. Ебать, вы... Ну, красавцы, там кто-то левый зашел в портал. Там не сказали тыкай, я тыкнул. Ладно. А, я забыл, что ты не в портал. Дай похуй. Похуй, побей щупальце большое он. А продукс с Ляночки как сдохли? Как бичи. Бичи, да? Надо я гляну для интереса. Продукс. Тяжелые щупальца в милизону подошел, да? Молодец. Кто-то тяжелые щупальца ударил с миликов, когда оно двигалось. Сколько процентов? Сколько времени? 47 уже выходить надо. А время? Выскочили он. Мне кажется, надо было на мужика. Ну, ничего. Какой мужик? В следующий раз зайдете. Сейчас они через 12 секунд будут уже. В лучей отходим. Уже стайте вокруг босса. Ванька, не нажимай, блядь. Да я не буду. Мне просто был этот луч. Да я что-то подумал, что он в комнате, блядь. Когда заходишь, комната луч исчезает. Гении думают одинаково, получается? Че, с этой стороны, наверное, стоишь, да. Заканыч? Ты сходишь в другой стороне. Заходите в комнату. Порталы стоят вот тут вот. И тут еще портал, блядь, кто не зашел. Что ты говоришь, Глеб? Кто? Кто не зашел, блядь? Черепок, отойдите. Давай я зайду. А черепка отойдите. Да там 2% слить. Отойдите от черепка, вы что, глупые, блядь? Он будет бесконечно перекидываться, если не отойти. Побежали. У меня 1% стоит там, идите. Все, вот это добивайте, маленький. И к большому идите, большой РТД бейте. Милики отойдите от большого. Сейчас уже мозг освободится. Все, спиной к боссу встаем. Спиной к боссу встаем. Третью ауру. Так, третью ауру освободите, чтобы кто-то занял ее. Забирай. Так, занял. Вернулись. Так, скоро я буду давать ма и кидать в лагерь. Выкинул. Угу. Только я моя дал или не дал, что-то не могу понять. Ладно, сейчас освобожу ауру. Занимайте кто-то, какой-то ретрик. Ну вот этот вот, да, закинутый, он баф есть. Все.
отвернули. Эма. Пиздит. Отвернули. Вика Сифилис, 22%, смотри. Спасибо. Да, а то может разъебать нас. Отвернули. Ну, мужика стою. Смотрю страху в глаза, да? Типа. Перекованный молот древних королей, блядь. Чё, всё вот получается? Чё, погнали в архив? Погнали. За валиком? Погнали. Я осколок закинь в архив. Заходим на демку к Вайду, нахуй. Смотреть, да? Смотреть кино. Куда надо теперь? Сейчас я этот получу и зайду на друида, открою дверь. Колдовану. Ты на фале не сделал всё это? Да? Ну, чтобы, блядь, открывать двери. Захотел, что мы помним. Где-то Мимиро надо в хейме ебануть. Ну все, Войд, получается, ты робота хилишь. Там робота и хилить, видишь, не надо будет. Че притих? Так все получится, волонеры нахуй надо? Сейчас поглядим этот самый... Собрали, не нужен. Собрали и нахуй не нужен. Собрали и нахуй не нужен. Не, это... Немножко ошибаетесь. Дальше контент такой, который даст еще просраться. Не то, что вот это было на Кратресе, там, Келли, Вайш. ОКЗ с Гер там намного хуже все. Так что это все. Мужики, Слава, а что, пошли сейчас в РС, а потом ГМХМ? Мне просто полчаса 40 минут свободных еще будет еще. Я бы пошел в РС, а потом съебался. Блять, нахуй ты с ним попиздел, блять. Глупая железяка. Еще чего, ключ Нарганона. Тварь. А, блядь. Я его пульт топтал. Он просто неактивен, когда, блядь, с ним начинаешь пиздеть, нахуй. Вот это говно неактивное, нахуй. Вот эта коробка ебаная. Ну, а чё он, блядь? Ну, немного вещь. Немного задачный, что ли? Ну, какой-то. Немного задачный, нахуй. Квестеры пиздец. Подошли, блядь. Тревога Алгалона. Ну все, нахуй, второй валик уже есть. Скоро третий. Скоро третий. Начнем собирать... А что там, Транквилла четвертый, да, собираем? Да. Да. Ой, заеба. Чего? А ты следующий на валик. Я понял. После Ромы. Ты следующий, блядь. Главное, чтобы ты понял. Я не понял. Хуёво тебе, если не понял. Понял, вовремя съебался. Заебала тварь тупая, пиздеть. Лёха. Нахуй вы включили эту хуйню, нахуй. Лёха. Что? Антоха писал, короче, за 7 минут карася сбрили. Ну, 550 ДПСом, конечно, нахуй, хули его там сбривать. Чё 550? У них не 550. А сколько у них? 510? Там 470 где-то так. Понял. Не 550, не 500. У нас какой максимальный? А у нас сколько? У нас максимальный был 430. А, ну, кстати, нормально. Там 440 у нас было даже. А, ну, 440 даже. Сейчас реворк еще надо будет еще смотреть. Сейчас еще анхолики 25 и 24 оденут, нахуй, что больше будет. Пиздец, нахуй. Спасибо, что включили эту машину попиздеть, нахуй, ебаный диктофон, нахуй. Ну пошли, алгалон убьешь. Ну, друид-инвалид, по-моему, ты после приста следующий. Да, она уже сейчас договорит, по идее. Мне надо заходить и открывать ворота, нахуй. О, блядь, паровозники, нахуй. Еще и паровоз, нахуй. А после...
Подожди, после транки я ожидал от тебя такого. Друид инвалид же собирает, да? Че? Кому спекаться в танк? Сегодня можно. Я, блядь, завершу эту хуйню. Зайду, открою и там посмотрим. Ну, вы примерно знаете, блядь. 6-7 хилов, 3 танка, остальные там... 3 РДД это звезды разбивать, остальные, блядь, чили. Давай, сдавай уже, ё-моё, блядь. Сюда, нахуй. С фолонером. Собрали деду игрушку, нахуй. Гостя, даже фейерверк с собой был. Не знаю, фейерверк, да, потому что кто-то другой нажал. Подготовился. Всё, нахуй. Все, нахуй. Ты теперь, блядь, крутой, нахуй. Натуре. Ну-ка, всё, подожди, ты блядь. Ты боевое тестирование, ну-ка. Давай. Давай, ждем прока. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Заебал, нахуй, ты будешь прокать. Найс, палку собрали, блядь. Бракованную, блядь. Бракованную вытащил. А, подожди, ты чё? Я же его только что делал, там же 30 секунд должно пройти. Ждем. Наверное, прошло уже. Так прошло уже. Пошло, нахуй. Ну то, что с частицы вешается ответка, это вообще приятная хуйня. Это прям, блядь. Ну все, нахуй. Все, пойдемте, нахуй, короче. Все, Рома, теперь сколько там тебе осталось, Рома, сколько? 2 недели еще. Еще 2 недели? Еще 6, ну да. Посел галлона 6. Ебать, я пооранжевел, нахуй. Если не надропает, то получается еще 3 недели, да? Ну все, теперь на ретрика ШМ, да? ШМ, на туре, блядь, следующий шаг. Ага, я понял. Потом ВХ, ну. Да-да, нахуй, держи карман шире, блядь. И рот тоже. Я понял, блядь. Потом блядь, еще, ну. Одну палку получил и хватит. И хватит, нахуй. Ты знаешь, я на циркуле играл, блядь, я... Ну там наступал такой момент, вроде бы никто не знал про волонтер, потом хуяк начали льду фармить на ачивки, и челики стали волонтерить. Нихуя, он сколько, говорит, абсорба, дает как половина ДЦ, блядь. И все сразу замечтали, нахуй. Так, сейчас ревом вообще. Там, в принципе, у вас ассисты есть, можете сами раскидать, ну вот... Блядь, лидера передай, ёбаный. Нахуя. Нахуя, а как тебе пати добавить? А, там есть ассист. Там ассист есть. Тут 20 секунд отсчитывает. Так а ты ебашь сразу альты в 4, короче, понял? А потом я грузом надо заходить. Да ебать, мне кажется, так дольше будет. Хуй знает. Ты вот теперь должен хилить везде, понимаешь, да, теперь, ну, вообще, вот, ну... Нихуя. И хила в гере, ой, это, и лича в гере, блядь, и каратреса, и робота. Короче, теперь твой мейн — это паладин. Это холипал, да. Даже если ты играешь на танке, не прохил нахуй ГП тебе. Даже если я не напали, нам просто мне нахуй. Даже если ты не в игре, блядь. Да, даже если кто-то один умирает, ГП нахуй, да? Да, да, да. А хуль ты хотел? Кавальчика, блядь. Все, блядь, палка панацея, нахуй. Так ты сказал. Даже если в другой гильдии кто-то умирает, один хуй мне ГП, блядь. Вообще на сервере кто-то умирает, ГП тебе. Вообще в мире кто-то умирает, мне сразу ГП. Просто каждую арену, нахуй, кто-нибудь лутает, минус этот, минус рейтинг, сразу войду ГПшечку. Я пока открывай. Что минус IQ лутаю, нахуй. Хуёво тебе, чё? Каждый рейд, нахуй, это хуйня. Всё, чеши отсюда вас с андроидом. Я на него тоже буду делать, если чё, нахуй. Забудь, блядь. Ну, без нас, только если. Без нас, только если. Ну, ты это... Если ты не ходишь, не значит, что другие не будут ходить. Вечерний статик, короче, который делаешь. Да будут. Ебать, там Нику хантал будет снайпер. Нормально. Все,
всё, блядь, не занял, нахуй. Вот теперь, пожалуйста, блядь. Шутки правые, да, сейчас начнём. Где ты видел ник? У него хан, блядь. Ну, там, в персонаже. Снайпер. Это, блядь, что-то хуёво патерски. Да, короче, Авилайне спекайся, блядь. Я понял. Да-да, ну это чисто подстраховка, нахуй. Авилайне хапала, он тебя, слышишь, Глеб, на царе пыли нахуй хапала. Так, и друид-инвалид. В принципе, нас семерых должно хватить. Мы вроде как скилловые. Магия, можно столик, пожалуйста? У духовки вообще нет. Так, подожди, призен не хочет, да? Ты побить хочешь призен? Подожди, не. Да, блядь, ладно, хуй с ним. Можно я босса по туннелю? Ладно, это... Ты босса по туннелишь. А кто там? ВП Хант может метку поставить? Тыкните. Алло, тыкните. Или чё? О, так слышно, а можете моего шамана засунуть? Я хочу на головного шамана побить. Блядь. Давай, нахуй, в другой раз. Ну, бля. Могу зайти побить и всё. Ты чем? Давай уже, да ебанём. Это мы так уже второй час. ВП Хан, поставишь ты этот самый? Поставишь метки? Все, вот тебе будет помогать. Кто вызовется помогать сами? Кто побьет звездочки на чили? Апрот. Апрот и еще одно тело есть какое-то? РДДшник. Притон побьешь? Два шага вперед. Притон не слышит. Ляночка, побьешь? Да. Сверки. Тонна мяса комбинат. Вот, Ляночка молодец, побьет. Этот самый. А кто метки? Кто метки будет расставлять? Метки ВП Хан ставит, а Продук с Ляночками помогает, остальные все играют. Это самое, как обычно. Кто там в танке с вас? Эвилаша, Ледринг? Пиздец у Притона задержка, блин. Сифилис. У него, походу, майнер в мозгу. Это ДКшники, короче, просто позаводитесь, сферы сразу вот вылезут, третьих у них сразу в это в лужи максимально быстро и все. Постараюсь, но не обещаю. Ну, первый что, Эвилаш, что начнет. Ну, давай частицы, ну, знаешь, как сделаем. А Вилане, ты частицу давай на Хулидринка, а Верхель, хуй знает, на себя дай, что ли. На себя дай. Будет проще ее захиливать. Будешь жить. Заебали, пиздеть, нахуй. Ну да, ты вкопали. Чё, они вкопали? Лёха, Рома. Что такое? Ты первый танчишь, нет? Я. Сейчас, подождите, он спекнется, не трогайте ничего. Не ебаните этот. Джитер ли дай ему виндер там откатиться бы. И пожри что-нибудь. Питье какое-нибудь ебани там. Маговское, хуй знает. Столик на входе стоит. Да, тут столик стоит рядом прям. Войд сразу побежал к нему, блядь. Я 100 штук беру сразу, Бля, голодная сиротка. Так, все, это, заходите за линию. Все, пуляйте танки. Так, таймер включен. Гугл ведет, что, да, так? Начинаю резню, говорит. Да, понял. Что-то у тебя ман нет, Рахель. Порезай босса. С маной нормально. Там на другом поставил, я забыл фреймы включить. Так, давайте. Берегись. Нет, падает первый. Не бейте пока что. Вот да, Приза, ну ты пиздец, конечно. Сейчас после взрыва только встанешь. Я без Т4. Вставай, Приза. Быстрее бейте мне. Сейчас еще коробный. 2 секунды, коробный. Да не ебашки вы, не ебашки, блядь, сферу. Ну сейчас взорвется кара и сфера. Лови в пизду, блядь. Пиздец, обидно, друид инвалид. Созвездие заведите. Ой, блядь. Я себя сейчас по ДПСу нахуй ретриком чувствую, блядь, пошло нахуй. Юля, отходи. Полголон уже 35%, чё? Бейте да. фул по боссу. Это, только возле дырки встаньте, сейчас суровый скоро будет. Из новых звезд только одну взорвите.
Я что-то не посмотрел на хп. В дырку, в дырку, в дырку. Берегитесь. Все, звезды не... Только босса бейте и все. Ты звезду хлопнули? Да. Под конец. Нормально. Хана, Бизона. Че, пойдем первый РС, че нет? Я почему-то сейчас чувствую, блядь, ретриком старым Т4, нахуй, я не знаю почему. Кэм-хэм 40 минут. Чем быстрее, тем... Я не успею, мне просто РС надо. Кто это говорит? Вов Мэлов. А что тебе РС надо? Мне Апокалы нужно. А ты первый начинаешь? Ты первый? А не по ИП? Ну конечно. Нет, по приколу, да нет, блядь. Я думал, в обычных не поебай, блядь. Так они кому же не нужны? А кому они нужны из мира? Мне нужны. Не, мы... А, у нас РС обычка, что ли? Геру, скорее всего. Там Герус... обычка написана, я про... Подожди, ты Геровскую сейчас хочешь нет, поставить? Нет, там обычка написана, алло. Нет, там обычка написана. Так я короче, вот я не знаю, КРС, может, все две будут, хуй знает. Ну, вообще Геру хотелось. А, так просто написана обычка. Так, а в обычке РС порол уже? Ну да, обычка. Ну, я вот про это и говорю, блядь. Там нет ХМ, ХМ на завтра написано. Так, все зашли на это на ИП на замену? Надеюсь, все. Или кто-то не зашел? Мэтт Фокс вон. Так, погнали этот. В этом же рейде сразу лети на магика. Я на шамана зайду на... Я на...